Это собственник данного помещения. Да будет вам известно. В данный момент вы свергаетесь. Вот так. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно посмотреть. Принесите, пожалуйста. А вам разрешение у вас есть на съемку? Мне такого разрешения в своем помещении, которое в моем собственности, не нужно. Документы ваши не существуют. Ваш паспорт кто вы? Где участковый? Сразу зовите его. Где участковый? Держите ее, если не курит. Саш, держи ее. Она умрет. Участковый, да? Участкового зовите, пожалуйста, нашего. Олег! Женщина, остановитесь! Я что сделала, я не поняла. Вы не уходите, вы документы. Нет, я принесу вас. Thank you.
срезали замок в подвал, взяла фотоаппарат, пошла, сняла их лица, нервприступ, который вчера была, и какой-то милиционер, не знаю, невысокого роста. Они меня, а как вы правы, вы имеете снимать, у нас на кадре, у вас разрешение на это есть, я говорю, я в своем собственном помещении, в своем парке, но снимать, кого хочу, сколько хочу. Они так, давайте документы, сейчас все задерживаем ее. Видите, нам тут милицию, я говорю, сейчас я вам документы покажу. У меня есть девятый квартир, у меня собственник попал, это сам совместно, все совместно с собственностью. Ну, короче, должна квартир, она искала, это они заходили, нет закрыла, не замок, говорит, полиция, когда звонит, все, кто не будет, я не знаю. Срезали замок, вторжение в собственность. Если какая-то у них полиция, ну, я сняла их на камеру, что они там лазили, да, и замок обрезанный лежит в подъезде, не знаю, заберусь. Нет, я не знаю, у меня нет навесного, я не знаю, что пойдет. Они срезали, я слышу, за это работают болгаркой, срезали. И сами потом убежали. Ага. Срезали замок у нас в подвале. Слышь, вот это, вот так работает парень, скажет, ладно. Фух, а я меня как? Короче, вышли к нему, дела в тот раз, но и по камеру пускают в подвал. Там вчерашний же приступ, какой-то милиционер, не знаю, невысокого роста, сказали, что он участковый. Говорит, какое право, они на меня, говорят, какое право вы имеете здесь снимать в подвале. То есть я говорю, я собственник квартиры своей, я собственник подвала далеко собственности. Я говорю, почему я не могу снимать в своем собственном помещении? Вы собственник, снова несите документы. Так, где наш участковый? Все задерживаем ее. Я говорю, что квартира зашла, закрыли, звонит только кидать, там где случайно на месте. И не знаю. Че? Че делать в такой ситуации? Что и кому сделали? Никакого знания. Полиция, я могу звонить, обращаться или нет? У себя дома, я у себя дома, все вопросы. А в подвал? А, нет, они в квартиру не заходили. В подвал на каком основании? А вот хрен его знает. Они идут на прием. Я позвонила Нине Николаевне, она говорит, перезвони мне сейчас на прием. Я сказала, что замок срезали. Это самое, я сняла их лица, кто там был. Ну вот это вот, которая пристав, милиционера сняла. О, не знаю. Да там сейчас скажут, они начнут, у нас исполнение судебного решения. Да, если что, я не в курсе, какое судебное решение, мне никто не объяснил ничего. Я боюсь, это бьются ко мне в дверь. Все, ладно, все поняла, давай, спасибо. Давай.
значит, какие-то люди, не знаю их, вижу в форме зеленый человек. В общем, укладываю ребенка спать, слышу, спиливается замок в болгарке, в подвал. Подвал у нас в подъезде находится, вниз спускаться, вход из подъезда. Естественно, у меня старшая по подъезду. Я спустилась в подвал, подошла к подвалу, бежала в срезы. По-моему, один вроде как полицейский, но он удостоверение свое тоже не показывал, я не знаю. Они заставили меня документы предъявить. Они сейчас на улице. Сейчас их меньше, уже человек может быть 7. Спасибо.